Сейчас хочу приготовить голубцы. Вот отделила листики. Кстати, листики я отделяю, в микроволновку кладу на 5 минут. Ну, вот этот маленький качал, большой, может больше. В микроволновку капусту кладу, они хорошо отделяются. Вот, фарш я буду делать из куриной грудки. Рис сейчас чуть-чуть до полуготовности отварю. Ну, вернее, наверное, залью кипятком, он постоит, набухнет как раз. Так, ну вот морковку с луком пожарю и буду готовить. Я перемалываю курицу в блендере, потому что курица хорошо перемалывается в блендере, а мясорубку достаю, когда готовлю говядину. Ставлю рис на плиту, приготовлю его до полуготовности. Сейчас я буду обжаривать лук. Уже на сковородку налила масло, порезала лук. А потом я буду натирать на терке морковку и тоже ее обжаривать. Сердцевина у меня осталась. Тут уж совсем маленькие листочки, в такие я заворачивать не буду, поэтому я ее тоже порежу мелко и добавлю в фарш. Хуже не будет. Рис до полуготовности у меня приготовился. И морковка с луком тоже. Капусту можно вообще не добавлять. Я так добавила, просто чтобы не пропадала кусочек капусты. А в принципе, это не обязательно. Хотите, просто оставьте там, если вы супчик варите или хотите, выкиньте, в общем, как хотите. Ну все, смешиваем фарш. Смешиваем все ингредиенты. Хорошенько сейчас вымешаем фарш. И можно будет приступать к начинению капустных листов фаршем. Не забываем посолить и добавить специи, перец, если вы хотите, по вкусу, фарш. Делать голубцы я буду в мультиварке. Сейчас я начну лепить голубцы. Листики я посмотрела. У меня довольно мягкие, поэтому я их не буду отваривать. Если какие-то будут не очень мягкие, значит, да, в микроволновку еще поставлю, потому что, извиняюсь, сейчас вот так вас подвину. Вот. Значит, довольно-таки мягкие листики, нормальные. И вот начинаю. Беру немного фарша. Так. Ну как немного, чтобы, конечно, он чувствовался. Кладу его там, где вот тут пожестче. Подножка, и вот она, подножка, она как раз заворачивается. Вот так вот я заворачиваю, и вот эти края мы делаем внутрь, заворачиваем. Вот. И складываем в кастрюльку швом вот этим вниз, вот так мы будем сейчас выкладывать в кастрюльку все голубцы.
Ну, а потом будем заливать их водой с томатной пастой, можно со сметаной. И ставить, я буду ставить, значит, готовить в мультиварке. А вы, если готовите на плите, значит, можно просто на плите где-то час еще готовить. Ну, 40 минут. Надо смотреть, чтобы фарш был готов. Можно также в духовке. Когда противень берете, также их раскладываете по противню и заливаете водой, томатной пастой, сметаной, чем вы там любите. И ставите в духовку. Но в духовке, возможно, чуть-чуть подольше. Надо будет мясу, чтобы приготовиться времени. Продолжаем. Вот так можно. Вот так. Заворачиваем конвертиками. Постепенно заполняем кастрюлю. Вот сколько у меня уже получилось голубцов. И я еще с другой капусты возьму сейчас листики, потому что у меня еще остался фарш. Голубцы у меня стоят уже в кастрюле. Сейчас их нужно залить соусом. Соус будет состоять из воды, сметаны. И у меня нет томатной пасты, я буду добавлять томатный кетчуп. Разведу его в отдельной вот такой штучке и полью сверху. Я добавила уже туда чуть воды, а вот это все разведу и полью, чтобы оно распределилось вместе той водой, которую я уже добавила. Если вы любите делать зажарку, можно еще туда добавить зажарку из морковки, как мы делали, лука, помидорки, еще полите сверху, но таким соусом. Но у меня дети не любят такое, поэтому я просто вот такую делаю соус. И сейчас мы зальем ими голубцы. У меня же вода была чуть. Она сейчас распределится. Сейчас сверху еще водой долью. Все. Ставлю на нужный мне режим. Можно поставить на варка на пару. Можно поставить на тушение. На тушение это будет 2 часа. Наверное, пока поставлю варка на пару. А потом переключу на тушение, чтобы они у меня чуть-чуть проварились. Все, закрываю крышку и жду, когда они приготовятся. Я, наверное, буду полностью делать варку на пару. Не буду ставить тушение, потому что кипит вот так вот. Мне кажется, нормально. Только я ставила на 30 минут. Когда закончится, я еще поставлю на 30 минут. И все. Даже не на 30, а на 20. Голубцы готовились час. Все, они готовы. Сейчас покажу, как в разрезе у меня с куриным мясом. Ну, так очень аппетитно выглядят.
крепенькие, хорошие голубцы. Приятного аппетита!